Привет всем! 23-й эпизод барабанного шоу 3 плюс 1 в эфире, и сегодня я покажу, как превратить простое упражнение в интересный бит и наоборот. Линейный брейк. Фишку в стиле дабстеп. А бонусом расскажу начинающим драмерам, что играть левой ногой, когда вы ведете в райд. Бит кажется диким, но на самом деле он прост до безобразия, поскольку строится на элементарном упражнении для развития координации. Все, вы сыграли тот самый бит, который изначально казался сложным. Все сложное — это недопонятое простое. Далее мы просто обыгрываем этот рисунок. Если поначалу это кажется сложным, обыгрывайте пошагово. Как видите, рисунок всего лишь кажется сложным. Берите любые упражнения для развития координации и обыгрывайте его по всему, что у вас имеется. Будут получаться вот такие интересные фишки. Для того, чтобы превратить любой рудимент в линейный брейк, для этого нужно сыграть некоторые удары, которые вы играете руками, ногой. Возьмем для примера брейк из 15 эпизода 3 плюс 1 и разобьем эту фишку на две части. И теперь последний удар каждой части играем ногой. Но это еще не все. Эти два фрагмента можно чередовать не только последовательно, как только что было показано, но и хаотично. В 90-х, начале 2000-х среди барабанщиков было очень популярным играть латину. Сейчас эта мода немножко отошла, но латиноамериканские рисунки можно играть и в повседневной музыке. Например, играем самбу. В правой руке паттерн неизменен. Берем этот паттерн и накладываем на R&B бит.
получим фишку, похожую на те, которые часто можно услышать в дабстепе. Также такую штукенцию можно использовать в виде эпизодических заполнений. Клево, но звучит пустовато. В таком случае давайте между нотами, которые играет правая рука, играть левой рукой заполнение на хете и малом. Подписывайтесь на канал 3+1, а также здесь в комментариях оставляйте свои вопросы, на которые вы хотели бы услышать ответы. А непосредственно сегодня отвечу вот на какой вопрос зрителей. Что играть левой ногой, когда ведешь в тарелку райт? Когда вы ведете в райт, хет не должен теряться, поскольку он создает движение. Если вы играете восьмыми нотами в ведущей руке и акцентируете каждую четверть в цоколь, то хетом лучше играть на и, а не вместе с чашкой в долю. Если же вы в чашку играете на и, то тогда хетом лучше играть в долю. Хотя если вам впадло париться, то универсальным способом для обоих случаев будет игра всех восьмых в левой ноге. То есть старайтесь играть так, чтобы и райт, и хет было одинаково хорошо слышно, тогда и кача будет больше. 23-й эпизод 3+1 подошел к концу. Подписывайтесь на новые видео, они выходят каждый четверг. Жмите мне нравится, добавить в избранное. Кидаем ролик друзьям-барабанщикам. А также не забываем задавать вопросы в комментариях здесь на ютубе.